номер 11 Тимерлиев, номер 6 Космынин. Родионенков плюс 2. Ну вот, прозаичненько случилось обеим командам на самом деле. Ну вот это Пламберс даже больше рвутся. Вот Анатолий Конопович добавляет 2 очка сейчас еще команде Пламберс. Тимерлиев под кольцо идет, бросает, забивает. Плюс 2 очка. Победители команд, они топы в любом дивизионе. Кунакович дает передачу, Родионенков забивает, это хайлайт у нас. Кстати, звезд... Ну, в общем, интересно просто, что из... Если я ничего не путаю, ну точно, Беляев точно играл в Memphis Tigers, а вот Пантер, да вроде тоже. И в команду, которая, ну, это не команда, которая собирает просто кого-то для того, чтобы просто приехать поиграть. Команда, которая по-настоящему борет. Ну, вообще, здесь каждого перечислять, это я только начал. Беляев добивает, плюс 3 очка. Дальше. Из-под кольца Кунакович, плюс 2 очка. А, и, конечно... You can see me. Здесь в команде есть Сеня Беляев. Неужели нельзя погангстерить? Родионенков еще пас. Родионенков. 3. Бэйк. Сидит трешка. Ну, здесь все немножко гангстеры. По-моему. 10 номер. Жуйков забивает первый. Радовать шикарной статистикой. Белов. Плюс 2 очка. Я думаю, максимум вы знаете, что такое скотч, как алкогольный напиток. Но вот этот скотч жестче, чем вы можете пережить. Передача на Кунаковича. Здесь Кунакович на Кущенко. Кущенко еще 2 очка. Лив. Передачу отдал, то есть бросок. Космынин есть. 3 очка забивает. Космынин. Космынин тоже, мы это знаем. Отпраздновал, посмотрел в камеру. Тут тоже все. Вообще все сегодня любят праздновать забитые. Но Тарасенко, вот посмотрите. Здесь казалось, что просто мимо пробегали игроки Пламберс. Красиво это было сейчас разыграно. Опа! Распальцовка! Одна команда смирилась с победой, вторая пытается, наверное, сейчас поменять. И не хочет смириться с поражением. Белов забивает, вот и доказывает то, что не хочет смириться с поражением. Пуш, передача. Бросок здесь от Беляева. Беляев забивает. Идет Белов с мячом. Степбэк. 3. Есть! Забивает Белов. Хайлайт. Хайлайт для нас. Второй бросок не попадает. Сейчас Кущ. Андрей Ерин заявлен, но при этом Андрей Ерин не играет. Сегодня, может быть, опоздал. Хотя, не знаю, сегодня был Андрей Ерин в кампусе. Прихват. Кущенко. Плюс 2 из-под кольца. Кущ добавляет еще. В предыдущем матче в сентябре... Пламберс победили 73-54. Ту игру я не видел, поэтому не могу сказать. Бегает Шавров сейчас в отрыв. Передача Тарасенков. Красиво. Евгений плюс 2. Поймал второго номера команды Пламберс на ошибке. Жуйков 3 очка. Есть. Жуйков в этом смысле. Родионенков. Сверху! Сверху от Родионенкова! Тёма! Сбивает Белов. Здесь на Беляева. Беляев. Еще пас. Родионенков. И забивает Куш.
здесь. И Руслан Сверлив называет борьбу полным отстоем. Ну, называет это другим словом. В общем... Забивает сейчас бросок Бандурин. 22. Забивает пуш. Плюс 3 очка. Плюс 3 очка. Бандурин завершил алиюп. Завес от Кунаховича. Красота. Белов. Передача дает Жуйкова. Жуйков еще три. Ну, Жуйкова трешка есть. Вот чего-чего этого уходи. Именно Сеня Беляев и добавил. Вот здесь Беляев перехватил мяч. И добавил два очка еще. Хотят во вторую игру подряд бегать. Симонов. Передача. Тимерлиев. Плюс два. Еще начиная, заведено изи. Из-под кольца, плюс 2 очка. Для Детройта. Родионенков возвращает мяч. Беляев, бросок со средней, есть. Ну, Беляев как-то без трешек сегодня, но при этом все... Это как, не знаю, в Доте, я не знаю, где еще. Может, в Counter-Strike. Все регистрируют. Шавров. Передача в угол. Бросок оттуда. Есть Тарасенков. Забивает еще. Сережечка сидит. Бросок от Белова. Три есть тоже в ответ. Так вот, про Белова я не договорил. Но на штурм он отвесил 4 блокшота. Так еще и забил очень много. Почти тогда очень сильно он давил команду против своих же, получается. Кунахович Анатолий забивает сейчас. Там трешка от Шаврова, кстати, была. Тарасенков бросает три. Баба! Еще три очка. Возвращается к фамилиям в начале сезона. Кунахович сказал, что правильно здесь лучше не сохранить. Кунахович, Дмитрий. Ух, пас от пятки. Это получается пас пяткой, как в футболе. Прямо. Сейчас Шавров забивает. Ну, у Кунаховича прямо сегодня футбольные настроения какие-то. Забивает сейчас Тарасенков. Подбор забивает сейчас Кунахович. Нет. Космынин. Да. Воу. Еще Жуйков есть. 2 очка. Шавров подает передачу. Космынин объяснил Жоре, как правильно судить. Вспоминаю сразу из футбола. Я видел дриблинг Арбелоа. Вот этот момент с Космынином. Для тех, кто знает, тот поймет, как говорится. Шавров, но там не сбивает. Вот тут Беляев. Вот тут Беляев 3. Грузит Бандурина. Не то, что... Передача на Космынина. Космынин плюс 2. Не сбивает Жуйков, лейап помешал ему. Как Пламберс. Родионенков, красиво, красиво. Тёма Родионенков забил. Причем Беляев, у него мяч крадут. Космынин на Жуйкова, Жуйков плюс 2. Но скидывает на Анатолия Кунаховича, который не забивает. Но пуш плюс 2. Ему удобно было бы поймать. Симонов не сбивает. Подбора сам. Еще плюс 2.
Кольцо выбрасывает мяч сейчас на Беляева. Еще одна трешка. Нет, Беляев не сбивает сейчас. Ну, с подбор добавляет куш. Достаточно неплохо. Родионенко. Передача. Кунакович. Вот так ассисты отдаются. Кунакович все две потери записал. Жуйков не точно. Жуйков из-под кольца есть. Два очка. Шавров выходит сейчас вместо Беляева на паркет. Первый бросок Кунаховича есть. Забивает второй бросок Кунакович. Забивает Тимерлиев. Тимерлиев врывается. Плюс два. Плюс два очка. Это было красиво, да. Родионенко в три. Не точно. Забивает Кущенко сейчас. С подбора еще два очка. Родионенко завершает сейчас с передачи от Кунаковича. Но в передаче Белов. Белов не забивает. Кунакович не подбирает. Жуйков подбирает. Зато и два очка добавляет команде Detroit Pistons. Однако Тёма, ну не знаю, вполне возможно, что играет на MVP этого матча. Три очка еще для Родионенкова. Подбор еще забирает себе. Я вообще про эту игру, я думаю, вы понимаете, что я скажу. Бандурин 3 сбивает. Уже, ну, тут нечего смотреть. Слушайте. Я мяч теряю. Белов. Под кольца плюс 2. Под кольца снова не точно. Ну вот, сбивает наконец-то Бандурин с подбора. Кунакович. Кольца плюс два. Сбивает еще один штрафной. Дмитрий Кунакович.